Британец нашел путь к сердцу гурманов, но, надо сказать, дорого он обходится. Англичанин Кевин Тернер по собственному рецепту приготовил самую дорогую в мире сосиску. Стоимость приготовленного им продукта составляет 37 фунтов, это 57 долларов, тогда как обычные сосиски продаются в Великобритании примерно в 100 раз дешевле. Если захочется приобрести килограмм такого продукта, подготовьте 1079 долларов. Секрет блюда прост. Мясо должно быть свиньи породы монголица, ну а добавками должны послужить трюфели, сыр с благородной плесенью Стилтон, белые грибы и, внимание, портвейн 1947 года. Сам повар описал свой мясной продукт как шикарный фейерверк, который пришелся бы по вкусу ценителям колбасных изделий. Кстати, блюдо было приготовлено к началу британской недели сосисок, которая пройдет на территории всей страны со 2 по 8 ноября.